Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Спасибо, что вы сегодня с нами! Наш концерт называется «Мы все такие разные». Ведь действительно разные. Девочка, мальчик. Брюнет, блондин. Высокий, низкий. Мы разные не только внешне. У нас разные вкусы, принципы, интересы. Кто-то любит петь. Кто-то танцевать. Кто-то читать стихи. Объединяет нас всех любовь. Искусству. Кто-то любит смотреть, а кто-то любит выступать на сцене. Открывает наш концерт образцовый коллектив ансамбль бального танца «Алекс». Руководитель Александр Анинков. Венский вальс. На сцене ансамбль народной песни «Ивален», руководитель Анастасия Трубенкова, аккомпаниатор Евгений Сотников. Песня «Ох, и сеяла ульяница ленок». В исполнении ансамбля прозвучит песня «Ой, сад во дворе». Ох, сердце, ля ног, моя радость, ты.
Сорвавшись на почки старила, о, в сердце лянок, моя радость и лянок, все меню сеньки пужалю. Апрель, весна, яркое теплое солнышко, скоро появится зеленая травка, и мы будем играть на улице в любимую игру «Прятки». Хотя зачем так долго ждать? Можно играть прямо сейчас. На сцене народный коллектив, студия современного танца «Реджина», руководитель Регина Даргель. Игра «Прятки». Thank you.
Рассказ «Как меня учили музыке» для вас прочтет Екатерина Мархаева, воспитанница образцового коллектива студии художественного чтения «Арт», руководитель Ирина Суховольская. Встречайте! Однажды мама пришла из гостей взволнованно. Она рассказала нам с папой, что дочка ее подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла. И теперь мечтаю, сказала мама, чтобы наша Люська тоже научилась играть на пианино. У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть на пианино. Я много чего мечтала. Я мечтала никогда в жизни не делать уроков. Я мечтала петь все песни на свете. Я мечтала целыми днями есть мороженое. Я мечтала лучше всех рисовать картины и стать художником. Я мечтала быть красивой. Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на нем играть. Однажды мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась учительница музыки. И так начались мои мучения. Мария Карловна учила меня играть, как на тоненький ледок выпал беленький снежок. А потом мне купили пианино. Однажды к нам пришли гости. Мы пили чай. И вдруг мама сказала: «А сейчас Люсенька что-нибудь нам сыграет на пианино». Я поперхнулась чаем. «Я еще не научилась», сказала я. «Не хитри, Люська, ты уже целых 3 месяца учишься». Что было делать? Маму не переспоришь. Я вылезла за стола, села за пианино, перевернула ноты и стала по нотам играть. Я везде забывала, где находится нота фа и ре. И пока их искала, тыкала на другие ноты. Когда я кончила играть, дядя Миша сказал: «Молодец, прямо Бетховен!» Я обрадовалась и говорю: «А я еще умею играть на дороге жук-жук». «Ладно, иди пей чай», — быстро сказала мама. Она была вся красная, сердитая. А папа, наоборот, развеселился. «Вот видишь, я же тебе говорил, и больше меня к Марии Карловне не водили!» Раз малинка, два малинка, прямо у окошка. Раз малинка, два малинка, целая лукошка. Только надо рано встать, чтоб лукошко-то собрать. Встречайте, народный коллектив, ансамбль танца «Девчата», руководитель, почетный работник культуры Новосибирской области Ирина Гранкина. По малину в сад пойдем! Маленькая.
отойдем. Пирогов мы напечем, напечем, напечем. Солнышко на дворе, а в саду тропинка. Сладкая ты моя, ягодка малинка. Сладкая ты моя, 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 ягодка малинка. Пирогов мы напечем, напечем, напечем. Как соседей позовем, позовем, позовем. Ничего прекрасней на планете минуты той, когда смеются дети. С тобой мы очень разные, но все же улыбками своими так похожи. В исполнении самых юных участников вокальной студии «Выше солнца» руководитель Анна Игнатенко звучит веселая песенка. Выглянуло солнышко из-за серых туч. Золотистым зернышком прыгнул первый луч. Скачет по полям, с неба пополам. Песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с неба пополам. Песенку веселую напевает нам. Круга звездной песенки тает тишина. И с ручьями весело прыгает весна. Падал снег, звеня своей стальной струной, и так уже тысячу век. Борьба зимы, борьба с весной,
Встречайте, Алисия Бокова. «Падает снег». Образцовый коллектив, студия художественного чтения «Арт». Падает снег, падает снег. Тысячи белых ежат. А по дороге идет человек, и губы его дрожат. Мороз под шагами хрустит, как соль. Лицо человека — обида и боль. В зрачках два горьких тревожных флажка выбросила тоска. Измена, мечты ли разбитый звон, друг ли с подлой душой, знает об этом только он, да кто-то еще другой. Случись катастрофа, пожар, беда, звонки тишину встревожат. У нас милиция есть всегда, и скорая помощь тоже. А если просто падает снег, и тормоза не визжат, а если просто идет человек, и губы его дрожат, а если в глазах у него тоска, два горьких черных флажка, какие звонки и сигналы есть, чтоб подали людям весть? И разве тут может идти в расчет какой-то там этикет? Удобно или нет к нему подойти? Знаком ты с ним или нет? Падает снег, падает снег. Тысячи белых ежат, а по дороге идет человек, и губы его дрожат. Если встретишь его в пути, пусть вздрогнет в душе звонок. Рванись к нему сквозь людской поток. Останови, подойди. Свое выступление вам дарит танцевальная группа The One. Руководитель Никита Скатов.
кто здесь? Кроме нас с тобой никого вроде. Да так называется следующий номер в исполнении Эвелины Гавриш и Софии Плотниковой. Народный коллектив студии современного танца «Реджина». Встречайте! Я приглашаю на сцену Маргариту Александрову и Полину Бруеву. Звучит песня «Маленький принц». Вокальная студия «Выше солнца». Там стану я понимать, раз
Золотые слова говорили когда-то: не спешите взрослеть, все успеете вы. Безрассудно спешили, спешили куда-то, не слушали вовсе правдивой молвы. Не спеши взрослеть. Так называется танец в исполнении народного коллектива студии современного танца «Реджина». Арина Терлецкая сейчас расскажет нам про свою подругу и немного про себя. Встречайте! Двор у нас был большой. В нашем дворе гуляло много ребятишек. И мальчишек, и девчонок. Но больше всех я любила Люську. Она была моей подругой. У моей подруги Люськи были прямые желтые волосы, а глаза у нее были. Вы, наверное, не поверите, какие у нее были глаза. Один глаз зеленый, как трава, а другой желтый с коричневыми пятнышками. А у меня глаза какие-то серые, и волосы дурацкие, и огромные веснушки на носу. В общем, все у моей подруги было лучше, чем у меня. Только ростом я была выше. Я очень этим гордилась. Мне так нравилось, когда нас во дворе называли Люська Большая и Люська Маленькая. И тут Люська выросла. И стало непонятно, кто из нас большая, а кто маленькая. А потом она выросла еще на пол головы. Но это уже слишком. Я на нее обиделась, и мы перестали вместе гулять во дворе. В школе я не смотрела в ее сторону, а она не смотрела в мою. А потом настало лето, и я уехала в лагерь. В лагере я очень скучала по Люське. Я решила написать ей письмо. Здравствуй, Люся, как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. У нас рядом течет речка Боря. В ней вода голубая-голубая. А по берегам есть ракушки. Я нашла для тебя очень красивую ракушку. Люсь, если хочешь, давай дружить снова. Люся Синицына. Я целую неделю ждала ответа. Я все думала, а вдруг она мне не напишет. И когда от Люськи наконец-таки пришел ответ, я так обрадовалась. У меня даже руки немножечко тряслись. В письме было написано вот что. Здравствуй, Люся, я поживаю хорошо.
Вчера мне мама купила новые тапочки с белым кантиком. Еще у меня есть большой мяч, прямо закачаешься. Скорее приезжай, а то Павлик с Петькой такие дураки, с ними неинтересно. Люсика Сицына. Я до вечера таскала с собой голубой Люськин конвертик. Я всем рассказывала, какая у меня есть замечательная подруга. А когда я возвращалась из лагеря, Люська вместе с моими родителями встречала меня на вокзале. Мы с ней бросились обниматься. И тут оказалось, что я переросла Люську на целую голову. «Всегда с тобой» – так называется танец в исполнении Виктории Ечиной и Арины Переломовой. Народный коллектив, студия современного танца «Реджина». Вокальная студия «Выше солнца» с песней «Не детское время». На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Наше небо, наша родина. Во вселенной мы не посторонние. Покорять галактики.
хотели ваши советы. Нам хочется дела, мы тоже хотели разбавлено света. Пусть три концели, а наши швели клеить модели, летать на ракете, решать все проблемы. Мы все бы смели, придет наше время. Здравствуйте. А можно свет немножко пониже? Хочу вам рассказать такую историю. Представьте, когда вы танцуете или поете, или читаете стихотворение, вы выходите на сцену и можете представить себе эти ощущения, которые вы испытываете. Всегда у нас, когда мы выходим на сцену, у нас перед этим идет такой мандраж, грубо говоря. И вот, если представить себе такую ситуацию, что вы выходите на сцену и совершенно не знаете, что делать. То есть вы абсолютно не готовы. Вам надо что-то показать, либо сказать, либо спеть. И вот у меня сейчас примерно такое ощущение. Да. Я вообще танцор, поэтому я не очень хорошо говорю, и, ну, понимаете. Танец для меня, в общем, это такое дело, когда вы можете показать то, что вы чувствуете, ощущаете, как бы. И поэтому я хочу сейчас, ну, станцевать. Дело в том, что я буду танцевать в тишину.
Спасибо. Кто-то стремится к восходу, а кто-то закату рад. У всех свои особые дороги, на все особый взгляд. Мы разные. Это здорово. Дорогие друзья, благодарим вас за внимание. Наш концерт закончен. С вами были Ирина Тюкалевская и Семен Афонин. До новых встреч!